тот, кто выходит в телерадиоэфир и снимает репортажи, знает, что это настоящая страсть, драйв и адреналин. Не ремесло, а сама жизнь. Наши коллеги из Гомеля FM в свой праздник устроили сюрприз для слушателей. Провели совместный онлайн-эфир с диджеями из других областных городов – Витебска, Могилева, Гродно и Бреста. До начала интерактива еще несколько минут. Редактор Сергей Нигеревич здесь же, в студии Гомеля FM, заканчивает собирать выпуск новостей. Среди событий, безусловно, немного и о дне радио, телевидения и связи. Сегодня день работников радио, телевидения и связи, или просто день радио. Этот профессиональный праздник отмечается в честь гениального изобретения русского физика Александра Попова. 7 мая 1895 года он сделал научный доклад о новом методе беспроводной передачи электросигналов с использованием радиоволн и провел первый публичный сеанс радиосвязи. И вот на связи витебские диджеи Александр и Виталий. Онлайн-разговор превращается в настоящий квест. Радиоведущие задают друг другу каверзные вопросы. Спрашивают, например, правда ли, что в их городе по праздникам работает шоколадный фонтан. Диджеи Татьяна Ушакова и Екатерина Календа верят. И зря. Но идея, кажется, совсем неплоха. Такое праздничное настроение в каждой студии. И не только в день радио, телевидения и связи. Работа, которая приносит удовольствие и эмоциональную отдачу от слушателей и зрителей – суперстимул для любого, кто отдает себя такой профессии. В редакции Добружского края одного из 80 периодических печатных изданий области тоже праздничное настроение. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, которая кого хочешь выбьет из колеи, журналисты – люди оптимистичные. За 73 года своего существования районная газета «Добружский край» несколько раз меняла название. «Ленинский путь», «Заря коммунизма», «Ленинец». Но всегда главной темой ее публикации была жизнь района. Сегодня здесь работают 13 человек, из них 4 журналиста. Районные газеты дорогими для подписчиков никогда не были. А еще, кроме печатной версии, можно заключить договор на получение электронной. На невостребованность здесь обычно не жалуются. Ведь районная газета – единственная возможность узнать, что происходит на малой родине. Запланировали и поспехово реализовываем такие проекты «Родословная Победы». На сторонках газеты уже вышло порядку 30 материалов об удельниках войны, об подеях, историчных подеях вызволения нашего района, нашей республики от немецко-фашистских захопников, от их патриотичных акциях, например, с передачей земли, с мест захования, вот, и инших. Ну, я думаю, что вот читачами это воспринимается, и вот литерально сегодня один из читачов потиснул руку мне, главному редактору, и сказал «Дякую великий за газету». Это значит, что районка будет жить. Самое главное, чтобы каждый на работу шел с удовольствием и получал там мощный заряд энергии, которая нужна всем. И тем, кто в эфире, студии, редакции, и тем, кто ловит любимую волну, ищет интересную программу или листает страницы газет. Марина Джала, Алексей Тюров, Евгений Макеенко, Валерий Копанько. Новости недели.